Дорогие мои зрители, сегодня мы с вами отправляемся в очередное путешествие выходного дня в музей-заповедник Абрамцево. Он расположен недалеко от Сергиева Посада, примерно 60 километров от Москвы, на берегу речки Вори. Я здесь был уже раз 5-6, было время, когда приезжал даже сюда на электричке. Обычно посещение Абрамцево я совмещал с Сергиевым Посадом. Но в данной ситуации, в данный день, мы съездили в Мураново, усадьбу фильма, которую вы уже видели. И вот сейчас Абрамцево едем. В середине 18 века здесь была построена усадьба, которая получила известность в следующем столетии, в 19-м, благодаря своим владельцам. В 1843 году Абрамцево приобрел писатель Аксаков, создавший здесь свои лучшие произведения. При Аксакове усадьбу посещали писатели Гоголь, Тургенев, историк Погодин, актер Щепкин, другие знаменитые современники. В 1870 году Абрамцево купил железнодорожный промышленник, художественный и театральный деятель Мамонтов. При Мамонтове в Абрамцево гостили такие художники, как Поленов, Васнецов, Репин, Остроухов, Серов, Коровин, Нестеров, Врубель. Многие музыканты, актеры. Творческое содружество этих мастеров вошло в историю искусства как Абрамцевский художественный кружок. Участники кружка создавали произведения архитектуры, изобразительного, декоративного, прикладного искусства, собирали предметы крестьянского быта, ставили и оформляли любительские спектакли. Основанные в Абрамцево столярно-резнические, керамические мастерские положили начало возрождению и развитию старинных ремесел, резьбы по дереву, производства майолики. После Октябрьской революции 1917 года усадьба Абрамцева была национализирована и превращена в музей. Днем рождения музея считается 10 октября 1918 года. То есть ровно через год будет столетие музея усадьбы Абрамцева. В наши дни территория музея-заповедника Абрамцева занимает около 50 гектаров и включает в себя памятники архитектуры 18-19 веков, парк из живописной окрестности реки Вори. Сегодняшняя наша прогулка больше посвящена прогулке по парку, осенним пейзажам. Поэтому я и назвал этот фильм «Релакс. Осень». Дело в том, что в понедельник, вторник, а мы были здесь как раз в один из этих дней, музейные экспозиции не работают, к сожалению. Поэтому мы не будем с вами посещать музей, а просто погуляем по хорошему, красивому парку, по замечательной усадьбе. Гуляйте вместе с нами. Писатель Аксаков не только писал сказки, не только писал рассказы, но и иногда писал небольшие стихотворения. Ну, я думаю, в те времена все пытались себя найти где-то. Да? Кто-то рассказы писал, стихи, кто-то картины рисовал. Вот. Ну, тем более здесь, в этой обстановке, где собиралось такое замечательное общество. Я вам зачитаю сейчас фрагмент стихотворения «Осень» писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. «Я видел пруд. Он в берегах отлогих мрачно расстилался, шумел в высохших камышах, темнел, багровел, волновался, так хладно, страшно бушевал небес осенних вид суровый, в волнах свинцовых отражал какой-то мрак печали новой, по пруду томно разливал». А вот такое стихотворение, тоже фрагмент вам зачитаю. Называется «Вот родина моя» Аксакова. Послушайте внимательно, какие интересные слова. «Приветствую тебя, страна благословенна, страна обилия и всех земных богатств. Не вечно будешь ты в презрении забвенна, не вечно для одних служить ты будешь паств». Если не ошибаюсь, это стихотворение написано буквально в преддверии восстания декабристов. Вот такие интересные строки.
часто бывал в Абрамцево и Иван Тургенев, знаменитый наш писатель, который очень любил деревню, любил русскую природу, много замечательных рассказов он написал. Но также я вам расскажу, что ты, Иван Тургенев, и писал стихи. Многие об этом не знают. Вот послушайте стихотворение «Осень». Раз у нас сегодня осенний фильм «Релакс», послушайте эти строки. Иван Тургенев, «Осень». Как грустный взгляд люблю я осень. В туманный тихий день хожу я часто в лес и там сижу. На небо белое гляжу, да на верхушки темных сосен. Люблю, кусая кислый лист, с улыбкой развалясь ленивой, мечтой заняться прихотливой, да слушать дятлов тонкий свист. Трава завяла вся, холодный, спокойный блеск разлит по ней, и грусти тихой и свободной я предаюсь душою всей. Чего не вспомню я, какие меня мечты не посетят, а сосны гнутся, как живые, и так задумчиво шумят. И словно стадо птиц огромных, внезапно ветер налетит, и в сучьях спутанных и темных нетерпеливо прошумит. Очень рекомендую сюда приехать всей семьей, походить по этим замечательным мостикам вокруг пруда, вокруг речки. Здесь красиво в любое время года, и зимой, и летом. Я, конечно, больше люблю осень, но и замечательно здесь весной. Я наблюдал, как один из рыбаков, вот здесь недалеко от пруда, но, скорее всего, даже не в пруду, а в речке Воре, они соединяются между собой. Рыбак выловил щуку, сантиметров, наверное, 30 длиной. Был очень рад, очень счастлив. Мы завершаем свою прогулку релакс по осеннему Абрамцево. Музей уже закрывается. Охранники махали нам рукой. Давайте заканчивайте. Нам пора закрывать. Вечерело. Солнце уже подошло к закату. И солнечные лучи над линией горизонта пробивались огненным пожаром сквозь ветки леса, ветки парка. Очень люблю Абрамцево, очень люблю наши подмосковные вот такие красивые усадьбы. Я о многих вам уже рассказал. И обязательно расскажу еще о тех, о которых не успел рассказать. А вы, дорогие мои зрители, обязательно напишите, посмотрев мой фильм, что вы еще рекомендуете посмотреть, потому что, может быть, что-то я упустил из подмосковных усадьб. Я с удовольствием послушаю вас и съезжу, и расскажу вам об этой усадьбе. Сделаю фильм, сделаю фотографии. Не уходите далеко, будьте рядом. Впереди еще много очень интересных фильмов. У меня лежит в архиве замечательная серия фильмов о поездке на озеро Селигер и некоторых древних русских маленьких городках, которые я посетил по дороге. Вечерело. Вот село Радонеж, очень рекомендую сюда приехать, кому интересна эта тема. Тут замечательные храмы, замечательная экспозиция. До свидания, до новых встреч.